Добрый день всем. Надеюсь, у вас такое же прекрасное настроение, как и у меня. У меня оно прекрасное, потому что я наконец-то приобрел то, что давно хотел. Это ноутбук от компании Lenovo Yoga 510-15iKB с процессором i5 интеловским 7-го поколения. Приобрел я этот товар в розетке. Это такой интернет-магазин, кто не знает, где я покупаю очень давно и много уже интересных гаджетов. Ну что, приступим к распаковочке. Возьмем, кстати, ножик T-Lite американский, который приобретен был в этом же магазине. И начнем потихоньку распаковывать. Есть такое дело. Так, упаковка была качественно выполнена из водонепроницаемого материала. Значит, это новая почта уже. Так, здесь у нас пломба. Мы ее срезаем. И смотрим. Тут написано, где произведен. Кстати, срок годности 4 года. Интересно, что это значит. Ну, в общем, ноутбук Lenovo Yoga 510-15iKB. Завод, поставщик. Вот. Ну что ж, вскрываем упаковочку. Так, немножко наоборот. Ага, вот так. Тут идет отсек для, видимо, там зарядное устройство и все причиндалы. Ну, вытаскиваем потихонечку. Такой легкий. Заявлено 2,08 килограмм. Такое впечатление, что он легче даже, чем эти заявленные цифры. Пакетик. А вот и наш красавец. 15,6 дюймов. Тоненький. Кстати, кнопка включения. Обзор технических характеристик этого ноутбука я сделаю позже. Сейчас я покажу просто упаковочку и как он мне пришел. Когда я с ним немножко ближе ознакомлюсь, я сделаю технический обзор на своем канале в YouTube. Так как я смотрел перед тем, как покупать, я не нашел нигде в YouTube технического обзора и ни распаковки, ни технического обзора этого конкретно вот этой модели. Поэтому, может быть, я сделаю что-то, что поможет вам, тем, кто еще хочет тоже приобрести. Так, смотри, какая штучка интересная. Это мягенькая, так видимо, чтобы клавиатура не портилась, монитор. Так, вот он красавец. Вот так вот он делает и становится как планшет. Класс. Можно смотреть и так, и так. Попробуем включить. Клавиатура подсвечивается шикарно. Вот мой красавец в работе. Уже мой. Подключился. Так, ну мы не будем сейчас это все делать. Сервис от Touchpad. И так работает.
Сервис розетки меня вполне устраивает. Ставлю по 5-бальной шкале, оценку 5. Ребята перезвонили сразу, как я сделал только заказ. Значит, и через 3 дня уже я свою посылочку получил. На 4-й день. Почему так поздно? Потому что я еще заказал вот такое вот там вино. Что мы с ним будем делать, наверное, вы догадались. Вот, спасибо розетке за такие замечательные посреднические услуги. Ну все, на этом буду заканчивать. А, стоп. Я же забыл еще. Документация тут же есть. Давайте посмотрим. Хочется все побыстрее. Так, это чек об оплате, снова от почты. Что тут есть? Это зарядное устройство. Это чеки снова от почты. Зарядное устройство вот такое вот интересное. У них идет. Ну, довольно-таки длинная, скажем так, сейчас померю сколько. Метр. 2 метра. Не пожалели провода. Так, и что здесь у нас? Организация доставки. Здесь какой товар получен. Это у нас что? Гарантийный талон от розетки. Инструкция на разных языках. Вот здесь у нас телефоны поддержки. Ясно. Похоже, что теперь все. Вот такое мое новое приобретение. Сейчас начну юзать. Всего доброго. До свидания.